Чему снится купальники? Ну, купальники тоже достаточно такое, когда мы надеваем купальник, когда едем куда-то отдыхать, на море едем отдыхать. Они связаны с отдыхом. Мы никуда не ходим, будем говорить, в купальниках. Ну, может, в бассейн ходим. Тоже связан с отдыхом. Поэтому купальники, они связаны с отдыхом. Есть раздельные, есть общие купальники. Опять, если раздельные, ну, давайте еще подумаем, может, раздельно с кем-то вы едете. Но опять, если купальник красивый, вам нравится и все остальное, может быть, вы планируете, вы еще не купили, вы рассматриваете, может быть, купальники. Значит, вы еще не купили его, значит, отдых вы только рассматриваете, где, что, чего. Рассматриваете, выбираете купальники. Это выбор отдыха, который будет. Это не важно, что это может быть к морю, не к морю, это все равно отдых. Он символ отдыха идет. Это может быть и зимний отдых, сейчас скоро вот зимние каникулы будут. То есть это не значит, что вы поедете куда-то на море отдыхать и прочее, прочее. Хотя и это тоже может быть. Но это связано с отдыхом. Купальник связан с отдыхом. Если он порванный, вы видите, значит, отдых вряд ли будет хороший. Или тут будет ссоры какие-то, разорвать с кем-то. Вы можете с кем поедете, вы можете разорвать отношения. Или же, если грязный, с дырками и все остальное, значит, потратьте деньги зря, не понравится вам этот отдых. Если красивый, классный купальник, и вы его купили, значит, вы можете смело ехать, выбирать путевку, или вы выбрали путевку, смело ехать на отдых. Будем говорить, с хорошим настроением. Там у вас все будет хорошо. Вам это все понравится.